Вот они, лапушки твои, твои детки. Привет, дорогие друзья, с вами снова Догмама Аня, мои собаки София и Эйвен где-то тут вокруг бегают. Тут у нас издает звуки Сара, наш попугай Ара, а со мной щеночки. Этих щеночков вы, наверное, видели уже в нашем видео. У нас родились щенки. Это щенки, конечно же, не София Эйвена, это щенки Мэнни Пенни. Где Мэнни Пенни? Мэнни Пенни от этой прекрасной тигровой чихуашечки. Кто же глазки открыл? Иди сюда! Иди сюда! Сегодня, 6 ноября, кроме того, что сегодня Софишин день рождения, вы скоро, завтра или послезавтра увидите видео, как мы его справляли. У этих щеночков тоже день рождения, им сегодня исполнился 1 месяц, потому что они родились 6 октября. Вот такие вот маленькие, хорошенькие мальчики. И они уже начали гулять потихоньку. Конечно же, они оба уже открыли глазки давно. Чтобы им было не холодно, включен теплый пол. Они не замерзнут на холодной плитке зимой, да? Этот вообще хомяк просто. Вообще такой он толстый. Кто пищит? Софи, как всегда, слилась при виде детей. Кто побежал? Кто уже побежал? А этот гладкошерстный точно тигровый будет, да? В мамочку у нас гладкошерстный. Кто-то нам в комментариях к первому видео, когда они только родились, сказал, назовите их Мэнни и Пенни в честь мамы. Вот мы решили, что их сейчас зовут Мэнни и Пенни. Подпольная кличка Ведмедик. Ведмедик? Именно Ведмедик, это конфеты такие. Я его вообще здесь называю Ведмедик. Ведмедик, ну он реально как медведь, хомяк. А какие имена вы предлагаете этим милым щеночкам чихуахуа? Напишите свои идеи в комментариях к этому видео. Эйвен пришел проверять малышей. Так, детки, привет. Эй, ты куда пополз? Так дай-ка я тебя проверю, маленький чистый ты или нет. Ты что, первое слово сказал, что ли? Мамочка. Я вам не мамочка, понятно? Ваша мамочка Мэнни Пенни. Что ты сказал? Я не мамочка тебе. Дай-ка я проверю твой носик. Ты тоже мамочка, мамочка. Эй, ты и так, давай, далеко не уходи. Я вам не мама, ваша мама Мэнни Пенни, а я вам как старший брат. Дай-ка я твой писюн проверю. Мужичок у нас. Мамочка. Так, все, хватит, пацаны, я вам не мамочка. Если хотите, я вам буду дядей. Все, вот она, ваша мамочка. Мамочка, мои детки, мальчики, мои сыночки. Софиш, что ты так боишься их? Кто же так подрос? Упал. Вот такие малыши. Эй, Софиша, Софиша пришла. И Вась пришел. Да, все пришли. А скоро мы еще покажем вот этих трех красивых кабанчиков. Но это уже далеко не щеночки чихуахуа. Это щеночки ланкаширского хиллера по имени Эва. Но о них в другой раз, и об Эвочке тоже. А вот и сама мамуля, ланкаширский хиллер Эвочка. Вы ее уже видели в летних роликах, когда отгадывали, что это за порода. Это ее детки в кроватке. Любите своих собак, заботьтесь о них, и будет вам счастье. Кто видел наше прошлое видео?